Первый раз замешиваю штукатурку, поэтому буду по чуть-чуть совсем. Движется в нужном направлении, но еще не до конца. Вот, похоже на правду. Я видел, как люди это делают, я не делал этого сам никогда. Ну, каждый опыт должен приходить рано или поздно. Ну, какой-то такой, знаете, общеобразовательный. Какой же я рукожоп. Сегодня я был немножечко ограничен во времени и сделал только частично вот один шов. Пока кривожопа. Завтра еще спросим у Лёши, что он думает о том, что я сегодня сделал. Скорее всего, он будет не в восторге. Ну, в общем, я потихонечку набиваю руку, я думаю, потому что внизу я уже сделал чуть лучше. Если видите, он довольно-таки ровненько все идет. А вот сверху впадины еще очень сильные. Завтра надо будет пройтись там еще разочек. Посетила такая интересная мысль, что мне кажется, что чем больше сил, времени и бабок вложено в какое-то место, в какое-то помещение, в отличие, например, от того помещения, которое мы арендовали в прошлый раз, тем лучше, потому что ты подсознательно хочешь, чтобы это отбилось. Ты подсознательно хочешь, чтобы твои усилия были не зазря, были не напрасно. И для нас, как для музыкантов, которые занимаются этим как хобби, мне кажется, это важно, потому что когда ты относишься ко всему как к должному, у тебя нет чувства ответственности даже перед самим собой, в плане того, что можешь делать музыку, можешь не делать, можешь быть на, там, посещать студию, можешь не посещать, так или иначе она никуда не убежит. А вот когда у тебя уже есть какое-то чувство потери, тебе необходимо оправдать это чувство потери и, соответственно, получить что-то взамен того, что ты потратил. Например, новый альбом, новый сингл, хотя бы придумать новый пиздатый риф. Такие мысли. Увидимся завтра. Чувствую себя пленным немцем. Очень холодно. Чё, как, ребятки? Хорошо вам сидеть за компом? Или за телефоном смотреть это? Надеюсь. Оцените, какую Лёха штуку классно сделал для гитар. Wow. А как эти штуки называются, ну, в оригинале? Ну, полипропиленовые. Полипропиленовые фитинги. Да. Вот такая вот у нас будет стоечка гитарная, чуваки. А? Как вам? По-моему, просто про. Лёх крутой. Богато живем, вон сколько у нас гипрочка тут валяется, классно. Просто таймлапс хороший получится, я думаю. Лёхе понравилось, как я сделал штукатурку. Ты обоченишься все время. На видео это будет сами смешно. Такие ходят, да?
ювелирная работа. Умничка. Просто все. Так работают ювелиры. Нанотехнология. Все точно вымерено. Леша красавчик. Если вам кажется, что это сделано на глазок, то это не так. Мы все специально рассчитали. Специально написано программа. Это будет видео ода Алексею, его мастерству. О! О, да! Те люди, которые разбираются в ремонте, сейчас фейспалмят по полной, мы это знаем, ладно? Нам очень жаль. И нам похуй. С другой стороны, когда в первый день я смотрел на этот гипрок, который был здесь, до нас, и думал, какие долбоебы это делали, я, кажется, теперь начинаю понимать, какие. Я, получается, снял уже за сегодня 2,5 часа. Друзья мои, вот эта стена отстраивается намного быстрее за счет того, что нам попались листы гипрока той же ширины. Я сделал нужной ширины. Что? А еще вот этот вот косяк, вернее, вот этот вот вот эта перекладина, она очень не любит Лешу. И все время его пиздит. Я не знаю, чем она обиделась, но очень не приглянулся Леха ей. Вот, остался маленький кусочек, который мы сейчас вырежем из гипрока и ставим вон туда. Выглядит неплохо. Конечно, швы есть. Где-то поменьше, где-то побольше. Но в целом... По-моему, пока ничего не выполнимого тут нет. Пойдем, шпикатурку, решите прокрасить. Начинает схватываться в бороде. Значит, принимает за форму. Просто очень много бороды. Ее можно вырепить. Бороды теперь говно. Спасибо за просмотр, друзья. Сегодня мы сделали... Восстановили стены, которые мы сломали. Гениально. В следующем видео продолжим ее штукатурить и уже, видимо, как-то отделывать так, чтобы она выглядела адекватно. Еще есть пара незакрытых вопросов. А, и также нам еще необходимо сделать нормальную проводку, потому что пока она висит веревками. Скоро будет музыкальное видео, когда-нибудь, может быть, я не знаю. До свидания, пока. Правильно? Да. Что не так с Металликой? Рассказываю Алексею и рассказываю вам, дорогие зрители. Металлика – культовая команда. И это их проклятие. Потому что если команда обычная, нормальная, да хоть... Не буду приводить примеры, неважно. С нее меньше спрос. А от Металлики, уровень ожидания каждый раз, как будто они, простите, Джордж Лукас. Только Джордж Лукас на***л каждый раз нас. Каждый раз. А они хотя бы через раз пускают нормально. Хейтерс гана хейт.